На базу Сергиево-Посадского ОМОН в Пересвете прибыла гвардейская смена. Это военно-патриотическое движение подшефного Росгвардии колледжа «Энергия» из города Старая Купавна. Курсанты приехали сюда познакомиться со служебными буднями ОМОНовцев. Заместитель командира полковник Сергей Новиков начал экскурсию памятника бойцам, погибшим 2 марта в Чечне при исполнении воинского долга. Эта трагическая страница в жизни отряда не забыта и всегда будет напоминать об их мужестве будущим поколениям. Углубиться в историю воинской славы Сергиево-Посадского ОМОН ребята могли в специально оборудованном музее. Здесь и образцы снаряжения, и личные вещи погибших бойцов. Затронула тема о погибших бойцах, потому что с разных сторон разные теории выдвигают люди, и не знаешь, кому верить. И сейчас достаточно хорошо, вот сейчас пообщались с товарищами, которые были вот в самой чеченской операции вот этой. И достаточно интересно было узнать про наших героев, как они погибли и всю правду. Я очень благодарен. Все дети вырастают, как бы, да, и они будут определять в своей дальнейшей жизни, кем им все-таки стать. Я уверен, что посещая вот наше подразделение, скажем, или какие-то подобные подразделения, они все-таки вот примут, кто-то из них примет для себя решение, скажем, вот пойти по нашим стопам. Ведь мы же выйти уйдем, а кто-то придет нас опять менять. Вот. И так будет продолжаться бесконечно, то есть я в этом уверен. И вот наша вот комната истории, она будет только пополняться экспонатами, какими-то историями. Хотелось бы, чтобы эти истории были вот такие героические, скажем, то есть вот не были, конечно, связаны с трагическими историями. Узнав о героическом прошлом отряда, ребята перешли к изучению настоящего. Первым делом познакомились с оружием ОМОНовцев. Специалист инженерно-технического отделения продемонстрировал боевую готовность служебных собак. Рядом. Рядом. Увидеть самих ОМОНовцев в действии курсанты смогли на показательном выступлении. В основном, как показала практика, после таких как раз выездов ребята уже ориентированы, выбирают для себя именно ту службу, которая им будет по интересу. Да? То есть у нас выезды были в кинологические службы, и к нам приезжают очень много сотрудников. И есть ребята, девчонки, которых заинтересовала та или иная служба. То есть для себя они уже определились. Перед отъездом ребята совместно с общественной организацией «Наставник» в благодарность за интересную экскурсию передали сотрудникам Сергиево-Посадского ОМОН спальные мешки.